всегда говорю, вы должны быть немножко грамотнее, немножко больше стараться, чтобы быть успешными, нужно быть немножко впереди всех. Если все встают в 7 утра, вы должны вставать в 6 утра. Потому что вы на час больше что-то сделаете. Специально утром, когда организм свеженький, отдохнувший, тонкокоординационная работа или там почитать что-нибудь всегда и больше работать.